сядь поудобнее, устройся комфортно, закрой глаза, сделай глубокий вдох и выдох, прислушайся к себе, расслабь свое тело. Твое состояние похоже на полудрем. Ты медленно погружаешься внутрь себя. Сделай вдох. И на выдохе представь себе место встречи с женщинами твоего рода. Возможно, это ваш родовой дом. Может, ты находишься в саду или у водоема. Ощути свое состояние. Какие эмоции, мысли овладевают тобой сейчас? Что ты чувствуешь? Что ты слышишь? Что видишь? Какие ароматы вдыхаешь? Прочувствуй этот момент. Ты погружена в свои ощущения и даже не замечаешь, как к тебе сзади подходят три женщины твоего рода. Услышав их совсем близко, ты поворачиваешься и узнаешь. Да, ты узнаешь и приветствуешь этих женщин. Перед тобой те женщины, чьи судьбы на тебя сейчас очень сильно влияют. Женщины, в лице которых ты хочешь найти внутреннюю мудрость, уверенность в себе как в женщине, берегине. Ты хочешь осознать опыт своих предков и вынести из него урок для себя и своей жизни. Посмотри на этих женщин. Они садятся рядом с тобой. И у вас есть возможность поговорить. Возможно, они пришли с каким-то посланием. Послушай каждую из них. Почувствуй, что они хотят сказать тебе. Женщины твоего рода принесли тебе подарки. Прими их. Рассмотри, что это и для чего служит. Если есть вопросы, задай их сейчас. Ты можешь попросить научить тебя женской мудрости, показать путь к себе, как к женщине. Можешь рассказать, что ты стремишься изменить в своей жизни и какую часть судьбы не хотела бы повторять. Расскажи им о самом сокровенном стремлении и попроси благословить тебя. Попроси от чистого сердца, от всей души. Попроси благословения на свою счастливую женскую судьбу. Женщины твоего рода благословляют тебя,
на твою счастливую женскую судьбу. Благословение разливается в тебе покоем и защищенностью, любовью и освобождением. Почувствуй это состояние. Женщины рода обнимают тебя. В этот момент ты ощущаешь, как сила твоего рода питает тебя, наполняет уверенностью и дарит ощущение защищенности и единства со своим родом. Пришло время попрощаться. Женщины уходят туда, откуда пришли. А ты стоишь, обратив свой взор в небо, ощущая своими ступнями землю и чувствуешь за своей спиной свой род. Ты ощущаешь силу своего рода. Ты стоишь, а с правой стороны позади тебя стоит твой отец. Слева позади тебя стоит твоя мать. Каждый из родителей держит руку у тебя на плече. Дальше за твоими родителями стоят их родители, твои бабушки и дедушки. Дальше прабабушки и прадедушки и так далее. Если кого-то из дальних поколений ты уже не знаешь, ты просто мысленно обозначаешь их и представляешь в виде фигур или образов. Представь, что из твоего сердца вытекает свет, который наполнен любовью и благодарностью к своему роду. Ты отдаешь этот свет в свой род, и он преображается. Давай света столько, сколько чувствуешь необходимо, ведь благодарности никогда не бывает много. В ответ род начинает отдавать тебе свою силу и энергию. Ощути, как сила, энергия рода густым потоком входит в тебя, наполняя и питая, придавая сил и уверенности, заземляя. Напитайся энергией и силой своего рода. Сейчас каждая клеточка твоего тела наполняется этой силой и энергией. А сейчас представь, что ты держишь в своих руках золотой шар. Это шар твоей жизни. И внутри этого шара твой дом. Ты входишь в этот дом и видишь, что он пуст. Ты чувствуешь себя Марией-искусницей, наполняющей свой дом теплом и уютом. И вот ты уже сама вышиваешь полотенце и скатерти, ткешь ковры и накидки на лавке. И словно по мановению твоей руки пустой дом оживает. И горит очаг, и тикают часы,
И вот уже дом наполняется аппетитными запахами пирогов с яблоками. Ты накрываешь на стол, варишь взбитки, и приходит мужчина. Ты наливаешь ему воду и держишь полотенце, помогая ему умыться. Поливаешь из ковшика ему на руки. Ты сажаешь его за стол и подаешь ему пирог, наливаешь теплый взбитки и садишься рядышком с левой стороны, слушая его рассказы о его победах и его поражениях, о его мечтах и сомнениях. И мужчина уходит. Они всегда уходят к новым целям, но они всегда возвращаются туда, где их ждут пироги и уют, тепло и ласка, покой и принятие. И женщина держит этот мир в своих руках. Почувствуй, как энергия земли, энергия твоих предков с каждым вдохом поднимается вверх по твоим ногам, и с каждым выдохом через центр груди идет по рукам, наполняя шар твоей жизни. Вдох и выдох. Вдох и выдох. Вдох и выдох. Почувствуй, как этот шар становится больше, включая все, что принадлежит тебе и твоей семье. Все в твоих руках, и у тебя есть силы, чтобы все удержать. Почувствуй это. Сделай глубокий вдох и выдох. Медленно, не спеша, открой глаза.